Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». На этих выходных нас ждет одно из самых масштабных культурных событий года – «Ночь музеев 2024». Что приготовили для самарцев в этот раз, узнаем прямо сейчас. 18 мая музеи, культурные центры, галереи, арт-пространство, библиотеки и театры распахнут свои двери для горожан. К акции присоединились более 50 участников, а главная тема этого года – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Программа акции включает выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, исторические реконструкции, пешеходные и автобусные экскурсии, театрализованные представления, лекции, кинопоказы, интерактивные игры и многое другое. Каждый сможет найти мероприятие себе по душе и интересно провести время с семьей, друзьями или наедине с собой. Бесплатные автобусы с аудиоэкскурсиями организованы по двум маршрутам – от остановки общественного транспорта «Самарский филиал Третьяковской галереи» до остановки «Хлебная площадь» и от площадки около собора Кирилла и Мефодия до ЖД вокзала. Также традиционно организованы бесплатные пешеходные экскурсии по исторической части города. На них необходимо записаться заранее. Номера телефонов можно узнать на сайте городской администрации. Каждый из городских музеев составил на этот день обширную культурную программу. В музее Эльдара Рязанова пройдут семейные кинопоказы, детские мастер-классы по созданию анимации про свою семью и пешеходная экскурсия «Звезды кинематографа в Самаре». В музее-галерее «Заварка» можно посетить выставку «Сюрприз», семейную игротеку с настольными играми или пешеходные экскурсии для всей семьи от «Заварки» до дома Зарубалова. В детской картинной галерее пройдут пешеходные экскурсии и музыкальные концерты. Городские библиотеки также приготовили для самарцев много интересного. В библиотеке имени Надежды Крупской пройдут семейные командные квесты «Тайна семейной истории». Центральная городская детская библиотека приглашает на мастер-класс «Семейная гармония», творческие мастерские для детской и семейной аудитории, интерактивный спектакль «Апельсиновая история», концертную программу. В библиотеке народов Поволжья можно посетить музыкальный концерт «Семья. Семь нот любви», экспозиции «Истоки» и «Назад в СССР», принять участие в мастер-классах, увидеть творческую программу, отправиться на пешеходную экскурсию «Хранят дома о семьях память». И это лишь малая часть всех запланированных мероприятий. Подробную программу смотрите на ресурсах участников акции в социальных сетях. Также на этих выходных в Самаре пройдет международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Ключевыми событиями станут научно-практическая конференция 17 мая и фестиваль 18 мая, которые объединят историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, этнографов, педагогов, студентов, школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также республик Болгарии, Сербии и Румынии. На территории Струковского сада будут организованы многочисленные современные, творческие, музыкальные, театральные, образовательные, выставочные, игровые, патриотические и исторические интерактивные площадки, погружающие в атмосферу и воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.